влогов больше не будет. Я разбил телефон. Ребят, под прошлым видео вы собрали нереальную активность, поэтому уже спустя 2 дня, ну на данный момент 2 дня, я записываю новый видос. И на протяжении 2-3 месяцев я уже хочу пробовать одну пролетку в скейт-парке из одного квадра в другой. Фото я прикреплю вот сюда. Не знаю, конечно, как у меня получится, я уже очень долгое время думаю об этом. В любом случае буду пробовать только с защитой. Ебейшая прическа. Мне очень нравится. Заебись. В общем, всем приятного просмотра. Погнали. Короче, мы очень классно покатались. Вот. Убираем теперь весь парк. Я каменщик, работаю 3 дня. Этот пиздюк упал в лужу, нахуй. Мы в скейт-парке. Сейчас я буду пробовать вон там эйр. Это, конечно, пиздец. Сейчас меня он поснимает. И я не знаю, буду пробовать эйр, наверное. Ты заебал, блядь, дай записать нам. Сейчас я буду просто тренироваться из среднего в левый летать. А потом уже полноценный из правого в левый. Чувак, иди нахуй! Думаю, что я готов. Я сейчас буду пробовать этот эйр. Не знаю, как получится, но мне довольно страшно, блядь. Первый раз. Сейчас посмотрим. Блять, я не верю немного. Я это реально сделал за 4 попытки вроде. Мне не верится, блять. Просто это, блять. Я где-то, наверное, 2.5 метра пролетел в общей сумме. Первый в Костроме. Я очень рад. Вот, в общем, все. Вы, наверное, подумали, что видос 3-4 минуты, так мало, но нет. Сегодня я решил еще немного записать влога. У нас в Костроме всего 3 скейт-парка. Парк Победы, Берендеевка, в котором я делал эйр, и скейт-парк за Волгой. В скейт-парке за Волгой я не был ни разу, и сегодня меня пацаны позвали покататься там. Сегодня погода довольно-таки неплохая, поэтому я думаю, что надо покататься. Кстати говоря, эйр я застабилил. На самом деле это не сложно, это больше страшно, чем сложно. Безумно нужно быть первым. Ладно, на самом деле это уже для меня довольно легко, и я думаю, что я буду пробовать с випом в скором времени. А сегодня я еду в скейт-парк за Волгой. Ну что ж, погнали. В общем, я сейчас приехал. Ебейшая прическа. Я не могу найти скейт-парк, а вон вроде я что-то вижу. Вот там. Короче, наверное, я нашел скейт-парк. Блять, первый раз здесь, я не знал, короче, где он там, что там. В общем, еду в скейт-парк. Блять, ну дефолт, короче, сейчас дождь пройдет, мы будем кататься. Да, влогов больше не будет, потому что я делал бар на ОПА. И моему телефону, мягко говоря, пиздец. Ну ладно, на самом деле это шутка. Сейчас его выгнем, блять. Не так делаешь. Подожди. Гнется, блять. На канал, ладно, скажу, как... похуй, я не буду этого делать, потому что я нахуй дисплей сломаю. Ну вот, в общем... Ты вот это снял? Да-да-да. В общем, блять, я влоги, конечно, попытаюсь на эту хуйню поснимать. Лох. А вот эту, да? Ну пиздец, как бы. Все, ладно. Бар на опыт, нахуй, пацаны, флет не делайте, тем более на вот этой хуйне, блять. На этой хуйне, вот плитке. На этой. Не, это охуенная хуйня. Пацаны, не катайтесь на плитке.
Все, давай, завершаем. Decade Flat. Ни разу его не делал, попробую сейчас. Decade на VIP. На самом деле это два подката, блять. То есть вот это вот. Все. Это два подката. И мой вердикт по этому парку, по этому, что там, блядь. Короче, вот этому всему парку. Он только для новичков. Профессионалы. Здесь не обитают вообще. Это, да, это очень, наверное, сложно здесь кататься. Он очень резкий, очень странный парк. Что, ребята, не получилось у нас особо много покататься в этом парке, потому что вот я только после дождя вернулся домой. И что я могу сказать про этот парк? На самом деле мне не особо понравилось. Парк очень маленький, неудобный, все скользит. Там даже ноги капец как по бетону скользят. Я не знаю вообще, как люди в этом катаются, но как-то катаются. Также я разбил телефон. Это, конечно же, не из-за парка, но... Короче, не особо классно получилось. Мне не особо понравилось. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем пока. Даже запись не заканчивается.